Водителя автобуса, который вез украинских туристов в аэропорт Будапешта, считают главным виновником катастрофы. Ему 52 года и, предположительно, он не был пьян. Все детали этого страшного ДТП узнаем от Марины Коваль. Сейчас мы находимся возле аэропорта Ференц-Лисztов в Будапеште, недалеко от места аварии. Дорога открыта для проезда. Подробностей о случившемся пока не очень много. Известно, что автобус ехал из Шепетовки Хмельницкой области в международный аэропорт Ференц-Листа. В салоне было 48 человек, все украинские туристы. На трассе водитель, видимо, не заметил знак ограничения высоты транспорта и на полной скорости продолжил движение. В результате верхний этаж автобуса полностью снесло. Там было 20 пассажиров. В автобусе находилось 48 человек. Большинство из них травмированы в результате аварии. Из искореженного автобуса 4 пассажиров пришлось извлекать спасателям, после чего их передали медикам. Из-за аварии полиция полностью перекрыла дорогу в аэропорт. На место происшествия сразу же прибыли спасатели, пригнали пожарные машины, развернули лестницы. А по ним люди, которые находились на втором этаже автобуса, смогли спуститься вниз. Известно, что травмы получили 28 человек. Как рассказал представитель венгерской службы скорой помощи, у некоторых пассажиров травмы головы, у других ушибы и синяки. 8 в тяжелом состоянии. Доставлять пострадавших в больницы помогал украинский консул, который приехал на место аварии. Консул України вів переговори з слідчими та правоохоронними органами щодо того, щоб з'ясувати причини аварії. Решта громадян України, які не потребують медичної допомоги, вони вже повертаються в Україну іншим автобусом, який був наданий перевізником. По информации венгерской полиции, автобус был с украинскими номерами. За рулем был 52-летний украинец. Водителя подозревают в совершении массовой аварии. Он был допрошен полицией как подозреваемый, после чего взят под стражу. Полиция начала процесс подготовки к аресту подозреваемого. Мы только задержали его максимум на 72 часа, после чего суд и прокуратура рассмотрят подробности дела. Пока в полиции подозревают, что водитель совершил ДТП по неосторожности. Оснований говорить о том, что он был пьян, нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Будапешт.